Мы рады приветствовать вас в преддверии международного футбольного матча. С вами комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. На экране состав команд. Тренеры часто объясняют, что вот это вот цифровое отображение схемы имеет исключительно формальный характер. Все вот эти пять полузащитников могут в одночасье стать нападающими. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. И очень часто используемая схема 5-3-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Аарон Рэмзи. Борьба за мяч. Джо Аллен. Перехват в центральной зоне. Гаррет Бейл. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Роман Широк. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Ну где же навес? Обостряющая передача. Будет удар. Опасно! И есть гол! Посмотрите, насколько продуманная и здорово исполненная атака получилась. Да, по геометрии здесь все было сыграно просто великолепно. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Один ноль в нашей игре. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Павел Мамай. Уэйн Хеннесси. Джо Аллен.
Чисто отобран мяч. Александр Кокорин. Роман Широков. На этом атака окончена. Офсайд. Джо Аль. Великолепная игра в пас. Неплохая была по задумке передача, однако точности не хватило. Федор Смолов. Не прошла эта передача мяч у соперника. И пас обратно. Скучновато. Аарон Рэмзи. Федор Смолов. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Джо Аллен. Какой навес! Это удар от ворот. Павел Мамаев. Александр Кокорин. Просто здорово сейчас защитник сыграл. Александр Кокорин. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Подавай! Хорошая передача. Справились игроки обороны, могут перевести дух. Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Мяч быстро введен в игру после штрафного. Забивать надо! Вот ворот. Роман Широк. Полностью контролирует ситуацию в своей штрафной голкипер. За долю секунды он принял правильное решение и спас свою команду. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Аарон Рэмзи. Свисток арбитра. Команда уже на поле. И второй тайм начался.
Бэй. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Джо Аллен. Прекрасный пас. Опасно может быть. Мяч летит в сторону ворот. Удар точно в руки вратарю. Артем Дзюба. Какой-то, знаете, между собойчик. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Бьет он поворотом. И это момент! Гол! Надежда, конечно, умирает последней, но, судя по табло, надежда уступающей команды уже находится в состоянии клинической смерти. Ух, как зарядил! Как из ружья! Занял отличную позицию, и мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. Отыграться теперь будет труднее. Джо Аллен. Отличный удар. Аарон Рэмзи. Партнеры поддерживают эту атаку. Игрок обороны оказывается первым на мяче. Плохая передача. Двойка. Даже единица за игру в обороне. С углового мяч будет введен в игру. Команда проигрывает, тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. В руку мяч попадает. Пытается оспорить там решение арбитра, но он был рядом и все прекрасно видел. Роман Широк. Денис Глушаков. Опасно как! Невероятное спасение! Ушел мяч. Аут. Денис Глушаков. Аут еще раз. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Арбитр назначает штрафной. И еще один форвард появляется на поле. Вполне ожидаемая замена, потому что надо забивать. Проигрывает пока команда. Тут выбора уже нет. Или пан, или пропал. Артем Тюб. Отличный чистый отбор. Мяч перешел к другой команде. Это замена по позиции. Думаю, это решение давно напрашивается. И эта игра в обороне, вы узнаете, этот навес становится легкой добычей защиты. Федор Смолов. Пол команды обыграл, ничего себе! Вратарь намертво забирает мяч. Роман Широк. Вот это удар! Вратарь! Вот это сейв! Судья показывает, что будет угловой. Павел Мамаев. Как
Какая у него координация. Посмотрите, как он сейчас устоял на ногах. Непонятно вообще. Плохо сыграно. Мяч потерян. Роман Широков. Как он работает. Александр Кокорин. Великолепный гол. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. 3-0, это уже серьезно. Ждем навес. Голкипер отбивает мяч. Есть поддержка партнеров. Игорь Смольник. Свисток, положение вне игры. Удар по воротам. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. У нас угловой. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Федор Смолов. Артем Цюк. Решил пробить. Относительно легкий мяч для вратаря. Если говорить о проверке сил в этом товарищеском матче сборных, то силы явно не равны. Счет-то разгромный. Да, они сегодня хорошо размялись на соперники и не оставили ему никаких шансов. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле пока. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились.